Короче, рассказываю саму суть после рекламы. Достало покупать робокс невыгоды в себе? Да. Тогда RBX Camp поможет тебе с этой проблемой. Посмотрев на курс, можно удивиться, мягко говоря. Чуть ли не самый лучший курс из всех сайтов конкурентов. Так еще и нет скама. А решить твою проблему поможет оперативная поддержка. Также у ребят есть ВК и Discord сервер, где происходят регулярные розыгрыши на робухе. Представь себе, ничего не платишь и получаешь робоксы. Круто, не правда ли? Четко. Ссылку на сайт я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Переходи и будь на состояние богаче. А суть максимально проста. Я буду заходить на паблики в Юбе и спрашивать у рандом человек, у рандом игрока, у рандом человек, что, блять, назвать одну цифру. То есть назвать цифру от 1 до 10, какую цифру назовет, за тот стенд я буду играть. А под определенной цифрой будет спрятан, допустим, любой стенд. Вот, допустим, на единичке у нас будет спрятан тот же Silver Cherry, да? Если человек на паблике говорит или пишет циферку 1, я ебашу за Silver Cherry. Не, в натуре класс. Вот как-то так это будет работать. Много недоработок в этой рубрике, но в будущем все будет фикситься. Я на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, то, что она тебе сейчас понравится, зайдет и так далее. Потому что я, ебать, додумался все-таки до этого как-то. Ну, я обязательно сыграю за все стенды, но только вот немножечко получше. Ну чё, вот я и на паблике, сейчас мы будем узнавать у рандом игроков, какую цифру они выберут. Допустим, подходим к компашке, пишем им. И, ребята выбрали 5. 5? Так 5. А под пятеркой у нас... А хуй знает, что сейчас? Сейчас я сам посмотрю, что у нас там. Открываем волшебный документ, который уже расписаны там стенды. И 5. Это Made in Heaven. На самом деле, нихуя себе, ну, потому что нихуя себе, ну, нихуя себе, реально, блядь. Правила есть правила, погнали в Колизей с Михом. Пока прокачивают в Миха, забыл уточнить то, что драться я буду всего лишь один раз с человеком за, ну, за стенд, который выбрали вообще, потому что, а потом, ну, соответственно, следующий будет... Реролл, ну, циферка будет следующая, и уже последующей циферкой будет, ну, если другой стенд. То есть, если обратно пишут 5, ну, не будем это учитывать, нахуй оно надо. Вот, я прокачал Миха, и можем переходить к ПВП. Кстати, да, Мих у меня, блядь, с плаком. Да, с плаком же, погоди. Если он ничего не поменял, долбой опыт, да. С плаком Мих, на бэк барейдж, все, ничего не менял. А, погнали в Колизей. А вот и находит нам бой, соответственно, с противником, с которым я должен сейчас. Мудада, привет. Спасибо, то, что так яростно меня встречаешь, блядь. Ну, привет, ебать. Это твох, ну, смотри, это по сути канон, да? Мирайн и Тамида. Никаким первым блоком вроде не пахнет от себя, друг. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Что-то я тебе снес, мне кажется, и снес немало, блядь. Кстати, мне написали в комментариях то, что нужно спамить кликами, когда... У меня вот эта вот вся тема, понял? Вот это такая... Я, может, вязаю так, типа, ну... Чтоб меня не блокнули специально. Может, поэтому... Меня не может блокнуть. Он проебал теперь свой главный комбо-экстендер. И сейчас мне должно быть легко его побороть, так скажем. Блять. О. Ого. ТСы? Нет, не ТСы. На самом деле человек не совсем опытный. Блок поставил, уже хорошо. Не ставил бы блок, блять, умер бы уже. Ага, нормально, нормально. Нормально, сейчас я изну ускоритель, блядь, свой, чтобы меня не уебало чем-то там. Бэмс, ускоряемся. И теперь два раза больше наносим ему
урон. Кстати, я забыл про этот скилл. Он тоже хороший. Охуеть. Зачем ты блокаешь? Не надо блокать хуйню, чел. Сейчас Вареда будет, смотри. А нет, это просто была перезапись. А я-то подумал то, что ты поумнее будешь своих таких же, как ты, мыслителей. Погнали, погнали. Что ж ты... Блять, я почти проебался, кстати. Нихуя себе. Нихуя себе, блять. Да мне похуй. Я джентльмен. Не надо хилить столько, блядь. О. О. Давай, ТСы. Почему не ТСет? Почему не ТСет? У меня сейчас маленький такой вопрос. Ладно. У меня уже третий аксель за весь этот бой. Все, отлетаешь спать. И следующий, в принципе, выбор за игроком у нас стартует. На следующем сервере 6. И теперь я тебе показываю full экран, чтобы ты видел. И, блядь, я на самом деле в шоке, люди на что-то надеются. Смотри, я вот этот, блядь, способ нахуй рот и бал, потому что я так подумал, невыгодно. У меня есть следующий генератор, я не буду крутить, мы увидели 6, а шестерки у нас нету. Знаешь почему? Потому что я не добавил. Добавляем какой-нибудь стенд, и мы кликаем 6 раз, по сути, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и у нас выпадает Surplatinum, пиздец. Ну, давай поиграем за него. Показываю тебе прокачку Surplatinum, как я его сейчас прокачаю, сейчас ты все увидишь. Если что, это, так скажем, экспериментально первый видос по этой рубрике, чтобы ты примерно понял, внес справки свои, чтобы тебе было удобнее понимать вообще эту рубрику, потому что она придумана специально для тебя. И вообще, если она тебе будет нравиться, потому что это же, по сути, тот же рандом, что и у других ютуберов, но у меня своеобразный рандом, который, ну, нихуя себе как расширяет, что ли, мои границы. Ну, то есть я не буду снимать только PvP, за стенды, а буду снимать PvP со стенды, то только рандом, блять. И меняется только подача, стенд прокачан у меня следующим образом, ты видел. Ну шо, Surplatinum PvP, поехали. Я пока что думаю провести всего-то 3 боя, то есть 3 рандома, чтоб ты досмотрел до конца, вообще это желательно во всех роликах делать, ну и чтоб ты, блять, повторю обратно, внес справки, потому что, блять, эта реализация просто уебищна максимально, она мне не нравится. Привет, ну привет, Евген, давай драться. У него твох, соответственно, в принципе, не... А, вот оно как. Значит, мы сразу ТСим. Он, кстати, без сил играет. Я это понял по очень долгому ТСу. Блять, а кто ему дал вообще твоха в руки? Я не понимаю. Во-первых, нахуя ему дали твох в руки? Ну ты видишь, что он делает. Хотя нет, он с телефона, точно. Мне писали то, что люди могут играть с телефона, как, наверное, этот молодой человек и делает. Ну, блядь, то, что он играет без стиля, это, конечно, его губит пиздец в этой схватке. Я не знаю, как это описать. Ну, реально пиздец. Давай я хотя бы тебя подожду, чтобы ты восстановил силы свои. Только не ТС-ой сразу. Ты вроде готов, да? Тебе же нечего там убирать. Ладно. Ну, пиздец. Ну, пиздец, что ты делаешь? Пиздец, друзья, дамы и господа, это реально пиздец, это... Ёбаный пиздец, который я видел, только я его убиваю практически с одного комбо, ну, если можно назвать это комбо. Ну, вообще, да, это комбинация ударов, пиздец. Ладно, третий рандом и третья победа, в принципе, всё. На следующем сервере 6. И теперь я тебе показываю full экран, чтобы ты видел. Короче, изменяем правила по ходу игры. Человек называет цифру. Допустим, у меня это 6, человек назвал мне 6. И у меня здесь есть список. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Брат на миг. Но миг был, поэтому
Здесь кнопочка есть перемешать. Перемешиваем и считаем. Раз, два, три, четыре. Сука. Еще раз. Твох. Теперь здесь твох. И, короче, типа, смотри, я объясняю снова все. Все по-новому. Объясняю тебе, чтобы ты, блядь, ну, не запутался. Я захожу на сервер, спрашиваю человека любую цифру от 1, допустим, до 10, почему здесь 6, ты потом узнаешь, 6, потому что стендов пока что нема. Это первый выпуск и самый такой информативный, чтобы ты все понял. Объясняю, короче, еще раз, захожу на паблик, мне чел пишет, я пишу, типа, цифру от 1 до 10, или там до 9, сколько у меня вообще стендов будет на руках, он говорит... Допустим, 6 тут же, да, и вот я захожу на этот сайт, вписываю стенды, которые у меня есть, нажимаю перемешать, считаю, и если под этой цифрой оказывается стенд, то я за него, в принципе, играю. Крутить эту хуйню мы не будем, потому что нахуй нам не надо. Вот как-то вот так, на самом-то деле. Сложно, знаю. Носите свои правки в комментариях, потому что вы можете на это повлиять. Мой мозг больше ничего не может придумать, кроме идеи. Я придумал идею, а вы придумаете хорошую реализацию, если вам так будет удобнее. Поэтому, парни, дерзайте, а у нас PvP с твохом. Сама идея и задумка этой рубрики хороша. Я, ну, собираюсь выпускать вообще, наверное, раз через 5 видосов. И как-то так. Нет, мне не нужны победы, давай драться. Вот, типа рубрика будет вот такая вот. Мне попадается... Нихуя себе... Как... А, это не блокается? Или у меня просто не было блока? Ладно. Давай. Блять, каким последним ногтем ты по мне попал? Как тебе это спасло жизнь? Если даже представить не можешь. Нихуя себе. Нихуя себе он играет. Нихуя себе он играет. Ладно, ладно. Я уж преувеличу, наверное. Так, первый раз я его победил. Быстро закончили, на самом деле. Быстро, ну, как быстро. Начали так, закончили так. Давай только не стой. Понял? Я подожду. Я подожду. Я понимаю твои ошибки, которые ты совершаешь вообще. Нихуя себе. Классный тайминг, кстати, братан. Ну, охуенный. Где беда он, кстати, от тебя? Где от тебя беда он? Да, вот это вот комбо экстенд. Охуенный в ствохе, который... Бедаун? Нет, я ошибался. Себе, мой друг. Нахуй. Нахуй. Ножами добил. Молнии 8-1 дамаг, серьезно. В принципе, все. Вот такие вот герои были в выпуске Anubis Star Platinum The World. King Crimson, Twoch и Mich. Это все, что было в этом видео. Думаю, обратно же видео нацелено на эксперимент. Понравится ли вам? Несите свои правки обязательно, как мне лучше поступить, но идея сама, чтобы человек выбирал на сервере цифру, а под ней был бы замаскирован стенд. В этом вся и суть этой рубрики. Спасибо тебе за просмотр, надеюсь на твое понимание, на лайки, подписки, соответственно, тоже я на это надеюсь. Хорошего настроения, не болей, а я с тобой ни в коем случае не прощаюсь. До скорых встреч.